Сегодня польские журналисты поделились впечатлениями от визита в Крым. На пресс-конференции в Москве они рассказали, что теперь у них есть все доказательства необъективности той информации, которую публикуют западные СМИ. Так, например, поляков убеждали, что в Крыму опасно. Говорили даже о каких-то боевых действиях. Реальность же оказалась совсем другой. Крымчане, практически все те, с которыми мы встречались, независимо от их социального положения, независимо от их национальности, наконец-то чувствуют себя гражданами государства, полноценного государства. Значит, они чувствуют гарантии в плане социальной политики, в плане экономических гарантий, в плане безопасности, элементарной безопасности. Вот чувствуют те гарантии и чувствуют, что у них есть те гражданские права, которых они были лишены на протяжении 25 лет вхождения полуострова в состав Украины. Теперь, заверили представители СМИ, обо всем этом они наконец смогут рассказать у себя на родине.